1 апреля группа студентов, сотрудников и преподавателей нашего института посетила Московскую государственную картинную галерею народного художника СССР Ильи Сергеевича Глазунова. А в начале экскурсии наш экскурсовод рассказала о жизненном пути, месте и роли Глазунова в российской и мировой культуре, а также об истории галереи. В экспозиции галереи представлены как широко известные полотна мастера, принесшие ему мировую известность, «Вечная Россия», «Мистерии 20 века», «Русская красавица», так и новые работы художника. В отдельных залах экспонированы картины, посвященные библейским сюжетам и сюжетам из истории средневековой Руси. Особо стоит сказать о той части экспозиции галереи, в которой представлена портретная живопись художника. С полотен смотрят на нас как выдающиеся деятели русской истории и культуры, так и неизвестные рядовые соотечественники. В заключение участники экскурсии поблагодарили экскурсовода за интересный рассказ. Некоторые из наших студентов продолжили знакомство с работами художника после завершения официальной программы экскурсии.